Мой герой, он очень интересен, есть что поиграть, есть разные обстоятельства и события, которые мне как актеру очень интересны. Ребят, познакомьтесь, это наша Арлуша. Поздоровайся с ребятами, а? Привет! Ну, мне нравится, что в нем есть загадка. Он очень необычный, все думают, что он ненормальный, а на самом деле он сам себе на уме. Что ты слышал? Все. Ну, это не важно. Я и так уже все знаю. Что ты знаешь? Надо быть очень глупым, чтобы не догадаться, что случилось что-то страшное. При создании этого образа я использовал все, что я умею, и свои особенности тела. Например, шея, она используется очень хорошо. Какие-то приемы я воровал. Создавали заикание определенное, вот, и именно присущее Арлуше. Ты что, не расскажешь мне свою тайну? Доктор Ксения сказала, что никому говорить нельзя. Если все узнают, что произошла катастрофа, они будут расстраиваться и плакать. Ты расстроилась? Очень тяжело всегда играть больных и пьяных. Если ты с этим справляешься, потому что это грань такая, чуть-чуть пережал – неправда, чуть-чуть не дожал – опять неправда. И когда находишь вот эту грань, когда ты ходишь по лезвию, вроде бы да, но вроде бы и нет, и когда тебе верят – это здорово. Спасибо поклонникам, что они смотрят и верят.